девчонка! Эта девчонка нас уделывает! Нет, ступай, подожди! Что происходит? Меняй позицию!
спускайтесь туда и замочите ее! Отсюда мне не забраться! А, черт! Так, ну, тут есть канатная дорога! Попробуй по ней перебраться на ту сторону! Хорошо, уже иду! Yeah.
Оля. Или я сейчас убью старика! Клара, не вздумай! Ладно! Ладно! Не пугал, я родом из Глазго! Кидай в пропасть! Да! А!
Угри. Они за это заплатят. Дворец. Надо добраться до дворца. Сейчас. Черт! Прикрываю, девочка. Можешь забираться наверх. Слава богу. Чтобы я сдалась. Он не позволил им. Грим. Старый упрямец. Это все из-за меня. Нет, не вини себя, Лара. Отомсти им. Мы помянем старика, когда выберемся отсюда. Я хочу подобраться ближе. Ты можешь снова меня прикрыть? Подожди. Да. Я прикрою всю зону до самых стен дворца. Отлично. Спасательный вертолет N-888RS принял сигнал бедствия с корабля Тринити. Говорит Конрад Рот с Endurance. Вы меня слышите? Лара, ты слышала? К нам летит спасательный вертолет. Это отличная новость, Рот. Подай сигнал, а я иду за Сэмми и остальными. Лара, может мне? Это не то, что с пилотом, Рот. Я втянула в это Сэмми и остальных, и сама их вытащу.